Гуманизм – это человечность. У людей есть мозги, а у животных есть тоже мозги. Только у людей большие мозги, а у животных маленькие мозги. Мы умеем говорить и выражать наши мысли. Но люди могут вести себя как животные. Гуманистический день для того, чтобы люди оставались людьми. Гуманисты? Это которые хороший поступок всем делают. И они всех угуманивают.